Кураги, по Кураги, за ребята. Друг за дружкой. Всем нравится проходить страшно. Да, давайте проходим, проходим. Отлично. Давайте, ребята, молодцы, молодцы. Все прошли. Дождите, последний разочек, и наша буря влетает далеко-далеко. Давай. Ой, кто шляпу забыл у нас. Так, давайте проходим. Ой, какие молодцы. Волшебные шарики мороженого с разными вкусами. Вот кому какой больше нравится, тот и наполняет дедушки. Договорились? Да, так, музыку нам и заполняем. Быстрее. Давай, кому какое нравится мороженое, быстрее. Так, опа, молодец. Так, всем хватит. Так, давай. Хорошо, молодцы. Да, отлично. Ого, да, какое большое, да, собрали? А кто такое мороженое сможет съесть? Я! Вы все сможете съесть такое мороженое? Честно? А потом мы еще раз посмотрим, давайте. О, дети, да. Да, давайте собираем. Так, отлично. Опа. Собирай, давай. Опа, молодец. Вот так. Отлично. Много шариков собираем. Молодцы какие. А ну, ребят, а все, вы все знаете цвета? Да! А это какой цвет? Оранжевый! А какой вкус может быть оранжевый? Апельсин? А мандарин? Все любят? Да! Отлично! А это какой цвет? Розовый! А розовый, что у нас бывает? Малина! Клубничка, да? Хорошо! А что вот это у нас будет? Малина! Малина! А какой цвет? Что? Папенька. Ого, что-то интересненькое. Деда Мороз. Да. Деда Мороз. Нашел подарочки. Ну, сейчас мы к ним еще дойдем. Смотрите, давайте это будет вкус жвачки нашей. Давайте. Да. А это что у нас будет? Лимончик. Все кушали лимончик? Да. Он кислый, да? Да. А это что?
Вареник у нас будет, наверное, пломбир, да? Да! Пломбир. Вы все его кушали, наверное, да? Да! Молодцы! А давайте теперь будем собирать что только по цветам. Договорились? Да. Сейчас. Да. Знаешь, что я Снегурочка? Ты Снегурочка? А я Дед Мороз. А вон Дед Мороз, да? Ух ты, маленький. Подрастающий Деды Мороз, да? Да. Так, ребята, а давайте теперь будем собирать по цветам. А ну, собираем только зеленый. Только зеленый. Не толкаемся. Отлично. Давай, давай, давай. Стой, стой, много. Молодцы. Так, все собрали? А кто-то знает стишки Деду Морозу? Да. Хорошо. Так, собираем, собираем, собираем. Молодцы, молодцы, какие ребята, молодцы. Так. Наша морожена. Посох, вот нет же посоха. Не можем без посоха подарки. А ну давайте сделаем снова кружочек. Все. Давайте, возьмите за ручки. Так, давайте сделаем, потом соберем. Так, за ручки. Ребята, а кто знает, что такое парашют? Да? Отлично! Отлично! Сейчас, ребята, обратно по следам попадем мы в гости к нам. Там нас встретит лед и вьюга, волчевой из ниоткуда. И сейчас, ребята, у нас будет снежный ком волшебный. Наша задача будет, чтобы он от нас не убежал. Договорились? Да. Да. А мы, ребята, все берем. Давайте беремся, все, все, все взяли. Большой, большой, давайте так, берем и растягиваем. Так, берем и растягиваем. Так, да, чтобы все взяли, давай, ты берись. Так, давайте растягиваем. Все взяли, да? Парашют! Ребята. А кто у нас под парашют попал? И наша задача будет не упустить его. Договорились? Назад, назад, назад. Договорились, ребята? Вот, вот наш снежный ком. И наша задача, чтобы он не убежал от нас. А ну поднимай, давай, давай. Поднимай, 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 поднимай. Поднимай, поднимай, чтобы он не убежал, не убежал. Назад, 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 назад. Назад, назад, назад. Готовились дети и сотрудники детского сада.
Новый год – чудесный праздник, который любят и маленькие, и взрослые. А больше всего ждут, безусловно, подарков. И сегодня они будут подарены детям от Харьковского городского головы Геннадия Асульфовича Кернеса. В городе Харькове уже многие годы на Новый год дарили подарки школьникам 1, 2, 3 и 4 классов. В этом году все малыши детских садиков города Харькова тоже получат подарки, которые им вручит Дед Мороз и Снегурочка.